Почти 1500 человек ведут спасательную операцию в Черном море, где сегодня ночью во время сильного шторма потерпел крушение сухогруза «Герой Арсенала». На борту находились 12 человек, граждане России, Украины, Грузии. Информация о том, сколько человек удалось спасти, поступает противоречивая. По данным МЧС, из воды достали пока одного члена экипажа. Сообщается, что судно разломилось на две части. Виталий Катченко о том, что известно к данной минуте. Сухогруз «Герой Арсенала», принадлежащий турецкой компании, затонул примерно в 14 морских милях от Крымского побережья. Это около 27 километров, поэтому район поисково-спасательной операции с берега, конечно же, не видно. Зато можно заметить, как другие сухогрузы и корабли прячутся от сильного порывистого ветра и четырехбального шторма в Керченском проливе в более уютных, тихих бухтах под Феодосией. МЧС пока подтверждает спасение одного человека. Он был поднят из воды спустя 1,5 часа после крушения. Температура воды в этом районе около 4-7 градусов. У спасенного признаки сильного переохлаждения. На нем был спасательный жилет. В региональном следственном управлении на транспорте сообщили о том, что из воды удалось поднять троих членов экипажа. Всего на борту находились 12 человек. Экипаж состоял из двух россиян, 9 украинцев и одного гражданина Грузии. Сухогруз следовал под флагом Панамы. Из порта Азов в Ростовской области в Турцию с зерном пропал около 4 утра. Как только был получен сигнал бедствия, к месту крушения были направлены все находящиеся поблизости суда. В районе поиска работает 8 судов. Координирует их деятельность морское судно «Буксир Демидов». Проходит воздушная операция. В 6 часов 57 минут из города Ростов был поднят вертолет Ми-8 МЧС России. И в 8 часов 40 минут к нему подключился вертолет К-32 Министерства обороны Российской Федерации. Кроме этого, из города Туапсе направлена группировка ЮРПСО. Это глубоководные водолазы, и будет применяться глубоководный аппарат «Фалькон». Крымские спасатели обследуют береговую линию от города Керчи до мыса Чауда. В условиях сильного шторма, предупреждение о котором поступило еще накануне вечером, сухогруз водоизмещением 3500 тонн пока по неустановленным причинам раскололся надвое и затонул. Эту информацию сообщили в Росморречфлоте. Надзорные транспортные службы не исключают, что судно «Герой Арсенала», зарегистрированное по данным Росморречфлота на Маршаловых островах и принадлежавшее турецкой компании, имело замечание по техническому состоянию. По факту крушения в Черном море уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств». Виталий Катченко, Юрий Ламзин, Павел Силин и Юлия Ходорова. Первый канал. Керчь. И сообщение с пометкой «Молния», как передает агентство ТАСС со ссылкой на свой источник, тела двух погибших при крушении сухогруза в Черном море подняты на поверхность. Пока это все, что известно к данной минуте.